Всем доброго дня, хорошее настроение, позитивчик. На базаре прикупил курут, 25 рублей стоит. Я спросил, а для чего же? Да, это к пиву берут. Значит, ты рад, что купить такие. Раньше в советское время чуть побольше были жвачки такие резиновые, были 15 копеек стоили. Такие солененькие. Ну, это на любителя. Такое ощущение, как будто дрожь жую. Ну, в пиво попрут. Эх, классику. Фикс-прайс прикупил. По-молодёжному так. С горла. По-пацански. И курут. Привет, всем аппетит, хорошее настроение, доброго дня. Ну, для меня где-то 6 из 10, не более. Мол, помяг как раз на крючочек и сазанчик. Ну, действительно, что-то по вкусу, кроме дрожжи напоминает. Как забалдею. Как запою. Без голоса. Всем прекрасных выходных с наступающим праздником. А еще курут доем и пойду одну хотя бы грядочку скопаю. Это вообще невозможно. Ну а сейчас залез, весь день уходит. Смотрю, никого нет. Заглянул, опа, нет, все в ТикТоке сидят.